Монитор, это, пожалуйста, пальцы в симметр. Голова болит. Голова болит? Сколько времени? Час назад дошел, да? Час назад пошли, а я рвота была. Пошла рвота? Понятно. Ударили что-нибудь? Не ударили. Дайте мне ваши ручки, пожалуйста. Вы можете мне сжать руку сильно? Обе руки сильно сравните. Сжимайте сильнее. Вот так, молодец. Справа плохой кулагаз, лица демин, пальцы к сумету, монитор. Где монитор? Поставил монитор. Я хочу сахар взять, кислород 92 кровь. Как ваше дыхание? Сколько? Кислород 92 кровь. Кровь 92. Сахар 92? Монитор. Как вам дышать? Тяжело? Нормально? Да. 24. НСР. НСР на монитор? Да. На мониторе нормально. Нормально, да. Давление, пожалуйста, взять ему. Сухава, да? Так, а сколько у нас? 5,4. Ой, это не наш. Это не наш. 5,4 миллимоль на литр. Ну, норма. Короче, норма. У нас 60 это норма. Скажите, пожалуйста, ближайшая больница. Полтора часа езды. Нет, стоп. Ближайшая больница 30 минут езды. В этой больнице? Районная. В этой больнице у вас есть нейрологические? Неврологический центр для... Нет, это общего типа. Общего типа? Да. Окей, понятно. Хамсан. Вы присоединили кислород? Монитор, монитор, да, уже включен. Норм. Окей. Я когда давление, кислород, количество. Как? Кислород, количество. 10 литров в минуту. 10 литров в минуту. С резервуаром. Работаем дальше. Как вам сейчас дышать? Нормально? Скажите, пожалуйста, дома есть? А кто-то есть дома с ним? Нет, вот этот человек видел, как он падал. Ну, не падал, кто заболел. Он упал или нет? Нет, он не упал. Вы можете улыбнуться, пожалуйста? Давление принято, давление 230 на 130. Давление 230 на 130. Окей, прекрасно. Открывай, пожалуйста, вену. Скажи, пожалуйста, когда он улыбается? Есть какая-то разница перед тем, как было до этого? В его улыбке или то же самое на лице? Нет, то же самое. То же самое, да. Никаких изменений нет. Да. Говорите на меня, пожалуйста. Зрачки нормальные у него? Левый нормальный. Оба нормальные. Как видим? Деформация на лице какая-то есть? Как видим. Окей. Видно нормально. Может, у тебя в жизни какие-то зрачки другие? Нет, вроде нормально. Вену поставили? Принято. Вена есть. Окей. Давайте посмотрим секундочку. Оп. На меня посмотрите сюда, на этот. Молодец, все. Я еще раз нажму вам сюда. Вот так поднимите ручки. Сильнее. Против меня. Вот этой рукой и этой рукой. Надавите на меня. Сильно. Сильно. Окей. Нормально. Ручкой до носа дотронитесь, пожалуйста. Этой ручкой и этой ручкой. Вот так. Молодец. А этой ручкой? Попадает или не попадает? Не. То, что видим? Как видим. Как видим. Не попадает. Торце бета. Мы там пишем на весе. Лабетолол. Дадим ему чуть-чуть. Это не хочет для его мухи. Ты что, кулагаз ямин. На русский. Нормально. Я не понимаю. Мы хотим, чтобы вы поняли. Я считаю, что у него строк с правой стороны. Я хочу его... Да, я понял. Я хочу провести в принципе, как я делаю. Вести его в больницу уже. И сообщить в больницу о том, что я везу больного. Вы звоните доктору. Я звоню доктору, что в приемное отделение, что я везу человека со строком, который случился час назад. Я хочу приготовить ему тромболическую... Я понял, да. Сюрприз. Есть. Работаем. Давайте 20 миллиграмм. 20 миллиграмм, давай. Беталол 20 миллиграмм. Лабеталол. Струйно. Медленно. 20 миллиграмм – это ампула беталола, вы разводите на... Мы можем на 100 миллиграмм. Секундочку. Вы взяли шприц. Да. Вам есть 25 миллиграмм беталола. Да. На сколько чего? Что там есть еще, кроме беталола?
נותנים את זה, עכשיו מה מגיע לנו? כן. אנחנו נותנים את זה בטפטוף איתי. בטפטוף איתי, בתוך ו... אבל פה צריך לשים גם עוד נוזלים. נטריום כלוריד 100 מיליליטר בפרקапываем. В течение 10 минут. С какой скоростью вы капаете? Скорость капания. 100 на 10 минут, 10... Сколько капель в минуту, вы спрашиваете, да? 200 в минуту. Голова не кружится? 100 миллилитров за 10 минут, это в минуту 10 миллилитров. Так что весь бетолон, весь, все, что вы запаковали в вену, вы хотите сразу в вену ввести? Не, не, не болус, а потихонечку. Потихонечку, потихонечку. В течение 10 минут. Давление падает. Вы начали капать, давление падает. Сколько? 210 на 110. Продолжаем капать. Продолжаем капать. 200 на 100. Продолжаем. 1000. До 190 мы продолжаем. Хорошо, давление 190 на 120. Мы замедляем... Сколько у него пульс тоже? Пульс вместе давление. Как слышим? А? Как 80. Слышим? 80? Окей, хорошо. Вон отхлепенной. Мы едем. Мы начинаем, куда мы едем? Начинаем ехать. Хорошо. Чем ваш больной болел? Вы связались с доктором, да? Да. Что да. Доктор спрашивал? Доктор спрашивал... Диабетом он болел? Доктор, мы спросили, сделали ему сахар. Хорошо. Нету, сахар. Нету, да? Нету. Сахар был нормальный, вы сказали. Хорошо. Ну, все принято. Да, да. Да. Как кардиограмма? Что? НСР, вы сказали, нормально. НСР. Сказали, да. Но в дороге, это не кардиограмма, это не кардиограмма. У него были опухоли какие-нибудь? Опухоли какие-нибудь? Нет, новообразования были какие-нибудь? Гедулин. Как бы... Ганглин. Рак? Да, нет. Решайте мои опухоли. Я не спрашивал насчет опухоли. Насчет опухоли не спрашивал. Насчет опухоли я не спрашивал. Спрашивайте. У вас были какие-то опухоли когда-то? Вы вообще здоровый человек? Курите? Спортом занимаетесь? Спортом зарядка. И курите. Сколько курите в день? Четыре. Пол пачки. Сколько лет? 48. Окей. У больного были травмы или падения какие-то головой? Падений не было. Он сказал, что не было. Нет, и, ну, в процессе было вообще. Были травмы черепно-мозговые? Последние три месяца? Да. Не было. Кровоизлияние? Вы какие-то были? Откуда-то кровоизлияние, рвота, скрова, черный кал? Не было, да? Нет. Больной сказал, что не было. Больной сказал, что не было. Утахаташпа. Вы что-нибудь пили сегодня? Алкоголь, что-нибудь употребляли, наркотические? На работе, нет. На работе можно и пить, и употреблять, смотря на какой работе. Хорошо, давление 180 на 100. Мы остановили на бетон. Сколько кислорода идет у него сейчас? Даем 10. Даем 10. Сатурация сколько? Сколько сатурации? 97. Держим 10. Как вы дышите? Нормально вам? 27 раз за нас. Можно я вас послушаю? Пожалуйста. Дышите глубоко, пожалуйста. Глубоко. Сколько дыхательных движений в минуту он делает? На данный момент? Да. Как он сейчас дышит? Сейчас. Вот при таком кислороде, при таком давлении, при таком пульсе, сколько у него... Ожидается. Да. Сколько должно ожидаться? При вашем кислороде 10. При нашем кислороде должно быть примерно 12. 12-15 в минуту. Сколько дыханий в минуту? Да, в районе 16. כאילו יש לו בגלל שיש לו לחץ דם גבוה, יש לו דופק מהיר אז... הוא אין לו דופק מהיר, יש לו 80. הוא אין לו שער 8, פרייבר. ניבו נטו תחיקרדיה. תחיקרדיה נטו ניבו. Тахикардия не было. Не было. Не было, не было. Правильно. Тахикардия. Он не брадипней и не тахипней. Не брадипней, не тахипней. И не тахипней. Он дышит нормально. До 10. Норму пне 16. Нормально дышание. Нету пота. Ну что нормально? Нету пота, не блин. Я хотел бы увидеть. У вас есть паспорт с собой тоже на всякий случай? Там фотография есть? Там кадры. В отделе кадров. У вас с собой нету? Я хотел сравнить фотографию его предыдущей. Норма, норма. Все норма? Все совпадает, да. Нет никаких изменений в лице? Нет никаких. Акогас. Акогас. Единственный знак на его мухе. Я перебиваю вас. Кислород дальше идет. Все, мы пока сатурация 99, а не 100, кислород идет. Хорошо, сатурация держится 98 даже, 97, да. Но уменьшается количество дыхательных движений. Окей, он заходит в брадипнею, он начинает брадипнею. Как его сознание? Он с нами? Он с вами. Он с нами. Он с вами, но он подтормаживает.
С малость. Малость подтормаживает. Ну, чуть-чуть такой. Да. Пульс состоит. Вот что вы с отханцан еще что-то. Мы спустим кислород до 8. 6-8 мы спустим кислород. Принято. Нахуй звонить. Все, спасибо. Все. Спасибо большое, я извиняюсь. Вам здоровья только. Она другая, скорее всего. 12.